Привет всем. Немножко хотел сегодня время есть и, как сказать, хотел немножко поговорить вот о джерках, о таких приманках. Вот, ну, многие знают, многие рыбачат на них, некоторые только, как сказать, думают попробовать или нет на них рыбачить. Как говорится, о качестве хотел бы немножко еще поговорить. Ну и вообще вот то, что у меня есть, их не сильно много у меня. Когда-то тоже начал их пробовать. Кое-что понравилось мне, кое-что в них не понравилось. Ну, начнем вот, например, скажем, всем известный Strike Pro Baby. Самый маленький джек. Ну, немножко я его так модифицировал, как говорится, чтобы он у меня вот так вот по дну прыгал. Да, ну, как говорится, рыбалка такое дело, пробуешь все. Хочется и так что-то новое узнать. Ну вот, как говорится, такой вот хороший джерк, сразу скажу, очень хороший, классный. Был у меня побольше, оторвал его недавно я. Ну так получилось, кольцо лопнуло и отрезало мне плетенку вместе с ним. Есть покусы, но краска хорошо держит, скажу вам, да. Хорошее покрытие, хорошо держит. Тут у меня есть от Westin, наверное, тоже слышали. Westin, такой вот джек. Скажу сразу, все они были почти что одинаково в воде. И вот что стало с этим. Ну, скажем, немного я рыбачил на него, так, ну, рыбалок 5, вот я рыбачил на них. Да, он ловит рыбу, скажу, да. Хороший джек, но вот что с ним произошло после нескольких рыбалок с обоих сторон, да. Вот такой вот лак, как бы знаменитая фирма, да. И вот что происходит. Как бы, да, не дешевый воблер, кстати, не дешевый. Был подарок мне от сына. Как-то подарил он мне, кстати, мой первый джерк, на который я вообще попробовал, да. А потом купил я в Китае, на Алиэкспрессе нашем, да. Вот такой хороший джек, тоже скажу. Вы, кто там рылся, искал их, есть они там. Как получилось, у меня поехал я на рыбалку, купил удочку специально для них, помощнее. И на первой же рыбалке не взял даже видеокамеру, не ожидал. На третьем забросе я поймал на реке, в котле, четверую щуку. Вот на него я поймал. И краска, кстати. Ну, покусы тут чуть-чуть есть, вот. А вот так с ней ничего не произошло, да. Краска, хорошее покрытие. Хороший джерк, сразу говорю, дешевый. Этот 32 грамма вот идет. Это где-то тоже 32 грамма был. Это сейчас не помню, чуть меньше он, да, по-моему. Около 30 грамм. Вот тут у меня еще есть очень два старых. Такие тоже, они джерки, я бы сказал, да, конечно, да, шведские. Заглубляется он от 2 до 3 метров, 11 сантиметров, он 22 грамма. Ну, они одинаковые, просто размеры у них разные. Но этому воблеру уже, конечно, я не знаю, сколько лет, ну, может, 95-го года, может быть, чуть даже позже. Ну, где-то примерно этот еще продавалось в немецких марках. Еще было 26 марок, 40 феннингов. Вот такая была цена у него. Тогда у него вот за это все время только немножко спинка тут лопнула, но туда вода не попадает. Просто как произошло, так что с годами немножко. Ну, он ни на что это не влияет, внутрь вода не попадает никак. Он тихий, кстати. Этот шумовой такой. Этот еще больше шума создает. Это глухой такой звук. Но это уже, как говорится, на трофеев такой большой. Называется он сальт. И этот сальт. Сейчас я не могу сказать, сколько он по весу. Ну, около он был около
40 грамм. Вот этот воблер, внутри у него идет голограммка, вот такая пленка, да, как говорится, с ним ничего не произойдет, с этим стеклом, ну не стекло, пластик такой, да, как сказать, долговечный, воблер такой долговечный, сказать, если, конечно, не оторвете, или не улетит он у вас. И тоже он был еще в марках, 23 марки он стоил, очень старый воблер, даже этот маленький дороже стоил, чем вот этот большой когда-то, да. Ну, в общем, как бы хотел поделиться, что очень, в принципе, на них интересно рыбачить, я бы сказал, да. Посоветовал бы вам, конечно, попробовать, кто вот, как сказать, еще не пробовал и думает, стоит или нет. И очень интересная игра и очень, как своеобразная такая рыбалка на них, совсем другая, чем на нормальный воблер или на резину, там, скажем, на силикон. Ну и качество, вот как бы смотрите, этот воблер, вот смотрите, по качеству он где-то тогда стоил 14 евро, да, вот скажем, этот, допустим, стоил, не помню, уже еще тогда на Алиэкспрессе давно брал, может, за 2,50 его тогда брал, 2,50 где-то. Ну, в общем, как говорится, сразу скажу, если вот у вас 33 грамма, он, допустим, да, 32 грамма, да, если у вас будет удилище до 35 грамм, ну, пойдет, но немножко, скажу, лучше берите до 40 грамм, где-то немножко 5-7 грамм, чтобы удилище было, как сказать, побольше, чем, вот, как сказать, джерк. Я бы так сказал, да, не надо на самой грани, там, удочки, например, пользоваться им, да, вот это 32, ну, возьмите, это 38, где-то 40 грамм, будет самое то, удочка. Для них. Ну, в общем, так, в преддверии у нас Рождество, вот уже немножко украсили стол, как говорится. Погода сегодня, не сегодня, только уже неделю дождливая, хотел на рыбалку сегодня выехать, показать вам на мои новые удочки. Одна с Алиэкспресса, одну купил я здесь, да. Ну, как говорится, будет погода, оставайтесь на моем канале, я обязательно вам, как сказать, покажу эти удочки. Всем пока! До новых встреч!